بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на передаче, где мы разъясняем практические заповеди ислама. И мы говорили с вами о положениях относительно молитвы. Что мы с вами обсудили? Мы сказали, что 11 частей в намазе являются обязательными. Первое, мы сказали, это намерение, это ания, то есть намерение. Второе, мы сказали, это, значит, такбиратул ихрам, то есть произношение такбиратул ихрам, Аллаху Акбар. Второе, это было второе. Третье, значит, третье, это аль-кьям, положение стоя. И мы обсудили положение относительно данной темы. И четвертое, это аль-кираа. Это чтение. И мы с вами как раз-то остановились на обсуждении положения относительно чтения в первых двух рекятах. И мы сказали, что если человек забыл прочитать суру Хамд и другую суру полную, или же, допустим, одну из них забыл прочитать, то если он дошел до состояния руку поясного поклона, то его намаз является действительным. Говорится, что «Иза ильтафат кабля л-хауй иля руку» إلى أنه لم يقرأ الحمد والسورة أو السورة فقط يجب عليه قراءتها. Говорится, что если человек, допустим, прежде чем пойти в состояние руку, вспомнит то, что не прочитал суру Хамд и, допустим, другую суру, или же другую суру только не прочитал, то является обязательным, чтобы он прочитал эту суру и потом уже пошел на руку. И говорится, что если, допустим, он вспомнит то, что он не прочитал суру Хамд, то он должен, значит, прочитать суру Хамд, потом прочитать другую суру. Или если он вспомнит, что он не прочитал другую суру, то он не должен читать суру Хамд, а должен прочитать именно другую суру. И здесь говорится: «Валяу инхана лир-руку, ва кабля вусулихи ля хаддар-руку, ильтафат иля аннаху лям якра л-хамд вас-сура». Хорошо, и есть такой случай. Если, допустим, то, что мы с вами сейчас обсуждали, это до того, как он пошел на руку. А если, допустим, он уже нагнулся для того, чтобы пойти на руку, потом вспомнил, когда он нагинался, он вспомнил, то ему надо обратно встать и прочитать ту суру, которую он забыл прочитать. Если это сура полная, то полную суру. Ну, имеется в виду сура Туль-Камиль, о которой мы сказали, да, вторая, которая читается. Если он забыл Фатиху прочитать, то он должен прочитать Фатиху и потом уже следующую суру, да, следующую суру. То, что касается следующего положения, то здесь говорится, что не разрешается, чтобы человек в качестве другой суры после Фатиха читал одну из сур, которая именуется как Сувар-уль-Азаим. То есть это те суры, в которых сажда является ваджибом. Четыре суры, в которых сажда является ваджибом. И здесь говорится, что не разрешается, да, читать эту суру. А если вдруг человек прочитал умышленно или, допустим, по ошибке, и дошел до аята, в котором сажда является обязательным, допустим, да? Если он всего лишь дошел, но не прочитал и вспомнил, то он должен здесь закончить, то есть перестать читать эту суру и начать читать другую суру. Но после этого говорится, что он должен снова прочитать этот намаз после того, как закончит молитву. Но если он прочитает этот аят, аят, в котором сажда является обязательным, то он в тот же момент должен пойти, спуститься, совершить сажда, земной поклон, и потом обратно встать, как здесь говорится, да, обратно встать и закончить эту суру, и после этого заново совершить намаз. Заново совершить намаз. Теперь то, что касается следующего положения. Хорошо. Что если человек, допустим, во время намаза услышит
услышит то, как читают аят, в котором саджда является обязательным. Кажется, что его намаз является действительным. Но он должен совершить знак головой заместо суджуду тилава, заместо земного поклона, который совершается из-за чтения этого аята, он должен совершить знак головой, допустим, таким образом, да, то, что он совершает якобы сажда. То есть заместо этого он делает такой знак головой, то, что он якобы совершает сажда. То, что касается следующего положения. Здесь говорится, что если человек после суры Хам стал читать, допустим, другую суру, Ихлас или Кафирун, Ихлас и Кафирун, то в данном случае не разрешается, чтобы он с этой суры переходил на другую суру, допустим, при чтении этих двух сур, допустим, переходил на другую суру. Но если, допустим, он читает в пятничный день намаз и начал, допустим, читать одну из этих сур по ошибке или подзабыв, то является разрешенным, чтобы он перешел с этих сур на суру Мунафикун или сура Аль-Джума, то, что является желательным. То есть эти две суры являются желательными, чтобы их читал верующий во время намаза в пятницу. Дальше говорится: «Ля ушара абада град аль-хам би сурата гайри сурата аль-Ихлас, суратай аль-Ихлас валь-Кафирун, фама лам яблюх ан-нисва яджузу лаху аль-удуль». Если, допустим, человек стал читать, предположим, молитву, да, и прочитал суру Хамд, и после суру Хамд он прочитал другую суру, допустим, суру Фалак. Он начал читать суру Фалак. И потом захотел перейти на другую суру, захотел прочитать другую суру, то он может прервать эту суру и перейти на другую суру. Это, опять же, в том случае, если вы после Фатихи не читаете суру Аль-Кафирун и Ихлас, а другую какую-либо суру. Говорится, что если, допустим, человек забыл прочитать часть какой-либо суры, да, которую он читает после Фатихи, не то, что забыл прочитать, я прошу прощения, а забыл, имеется в виду, вообще забыл эту суру, конец этой суры, часть этой суры. Что делать? То говорится, что является ваджибом для него, чтобы он перестал читать эту суру и прочитал другую суру. И здесь нет разницы, дошел ли он до половины этой суры или не дошел. И также нет разницы, является ли это сура Аль-Кафирун, или, допустим, сура Аль-Ихлас, или другая какая-либо сура. Понятно, да? То есть, предположим, я читаю, вот прочитал Фатиху, потом читаю другую суру, и когда я читал другую суру, я забыл часть, скажем так, последнюю часть этой суры, то в данном случае является ваджибом, чтобы я совершил удоль, то есть перешел на другую суру, которую я знаю. Вот. И здесь нет разницы, дошел ли я до середины этой суры, которую читал и которую забыл, или не дошел. В любом случае я должен перейти на другую суру, которую я знаю. И также нет разницы здесь, была ли это сура Ихлас или сура Аль-Кафирун или нет. Потому что мы сказали, что из суры Аль-Ихлас и Аль-Кафирун нельзя переходить. Ну, кроме этого случая, конечно, да? Хорошо. Уважаемые братья и сестры, я смотрю, наше время подошло к концу, но мы обязательно с вами, будем рассматривать эти положения на следующих передачах. А теперь я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.